Пьяный автомобилист не остановился на трассе по требованию ДПС. По данным ГИБДД Череповецкого района, машину «Шевроле Авео» полицейские заметили в вечернее время. Езда водителя была неадекватной. Было принято решение остановить машину. Однако автолюбитель не остановился и устроил погоню. Его задержали. От 23-летнего водителя исходил запах алкоголя. Кроме того, у него не оказалось прав. При помощи прибора состояние опьянения было установлено. Как рассказали полицейские, на водителя составили несколько административных материалов, в том числе за неподчинение сотрудникам полиции. Суд назначил молодому человеку наказание в виде 10 суток ареста. Пешеход-нарушитель попал под колеса автомобиля в Череповце. Авария произошла накануне в 18:55 на проспекте Победы в районе дома 52. По информации ГИБДД Череповца, водитель автобуса поворачивал направо, сбил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате аварии 53-летний мужчина получил ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, доставлен в больницу. Отмечается, что автобус следовал по 18-му маршруту. Полицейские обращаются к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пошли за рыбой, оказались в ледяной воде. Нарушители запрета выхода на лед ягорбы бросились от спасателей в рассыпную, проваливаясь на берегу. Очередное патрулирование акватории вновь показало, что граждане продолжают рисковать своей жизнью. Спасатели, инспекторы ГИМС и полицейские будут выходить в рейды до тех пор, пока не растает весь покров. Также специалисты продолжат работу и на ледовых закрайках, разбивая их и ускоряя процесс таяния. Желающим закинуть удочки уже давно пора перебраться на берег.